Вы смотрите видео об отеле Theophany Imperial Palace. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Theophany Imperial Palace расположен в стране Греция в регионе Халкидики и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. Повкассандра 2 километра от поселка Калифея, 80 километров от аэропорта Македония Салоники. Состоит из трехэтажного здания. Полностью отреставрирован в 2008 году. Элегантный пятизвездочный отель. Услугам гостей предлагает первоклассный сервис и роскошь номеров. При отеле песчаный пляж. Великолепная природная красота окружает отель со всех сторон. Проживающие в отеле могут пользоваться услугами комплекса G-Hotels. Новая концепция отеля – отдых без детей, только для взрослых. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля-карт, 3 бара, 7 конференц-залов G-комплекса до 800 персон, 6 бассейнов G-комплекса, 1 крытый по линии бич, 5 открытых, 6 теннисных кортов, услуги врача, прачечная, салон красоты, обслуживание номеров, бизнес-центр, беспроводной интернет в лобби, аренда автомобилей, парковка, магазины, кинотеатр на открытом воздухе, беспроводной интернет в лобби платно, сейф на ресепшн, в номерах есть фен, халат и тапочки, холодильник, спутниковое, ТВ, телевизор, телефон, вид из номера, вид на море или сад, балкон, терраса, ванна, душ, ковровое покрытие, кондиционер, мини-бар, российский канал. Номерной фонд отеля состоит из. Отель располагает фешенебельными номерами с изысканным интерьером. Все номера с балконом, террасой с великолепным видом на сад, бассейн и Таранейский залив. Всего 151 номер, из них 49 свитс, 10 Deluxe Suites, 15 Grand Pool Suites, 2 Penthouse Deluxe Suites, 4 Imperial Suites Private Pool, 18 Anatoly Suites. Deluxe Room, 28 квадратных метров, расположены на втором и третьем этажах и состоят из одной комнаты. Интерьер выполнен в теплых тонах. Спальня с большой двуспальной кроватью, или два раздельные кровати, ванная комната, ванна с джакузи, банные халаты, тапочки, фен, набор для душа, центральный кондиционер с индивидуальным пультом управления, телефон, телевизор с жидкокристаллическим LCD-экраном, спутниковые каналы, российский канал, DSL, интернет-соединение, мини-бар, за доплату, сейф, бесплатно, круглосуточная служба обслуживания номеров, вечерний сервис, ковровое покрытие, Deluxe Suite 60 квадратных метров, расположены на первом этаже с террасой с видом на сад. Интерьер выполнен в постельных тонах. Отдельная спальня с большой двуспальной кроватью и салон, вторая спальня для детей, два дивана, гардеробная, большая ванная комната, ванна с джакузи и вторая ванная комната с душевой, ванные халаты, тапочки, фен, набор для душа, парфюмерный набор по уходу за лицом и телом, весы, центральный кондиционер с индивидуальным пультом управления, телефон, два телевизора с плазменным экраном, спутниковое телевидение, российский канал, DSL, интернет-соединение, мини-бар, за доплату, сейф, бесплатно, круглосуточная служба обслуживания номеров, вечерний сервис, пол с керамическим покрытием, плитка. По прибытию вино, фрукты и букет цветов в номер. Grand Pool Suite with Private Pool 60 квадратных метров. Расположены на первом этаже, с частным бассейном и террасой с видом на сад. Интерьер выполнен в постельных тонах. Отдельная спальня с большой двуспальной кроватью и салон, вторая спальня для детей, два дивана, гардеробная, большая ванная комната, ванна с джакузи и вторая ванная комната с душевой кабинкой, ванные халаты, тапочки, фен, набор для душа, парфюмерный набор по уходу за лицом и телом, весы, центральный кондиционер с индивидуальным пультом управления, телефон, два телевизора с плазменным экраном, спутниковое телевидение, российский канал, ИДСЛ, интернет-соединение, мини-бар, за доплату, сейф, бесплатно, круглосуточный рум-сервис, вечерний сервис, пол с керамическим покрытием, плитка. По прибытию вино, фрукты и цветы в номер. Пентхаус Суит, 100 квадратных метров, расположена на третьем этаже, с большим балконом с видом на Таранейский залив. Интерьер выполнен в постельных тонах. Основная спальня с большой двуспальной кроватью и вторая спальня с двумя раздельными кроватями. Уютный салон с обеденным столом, большая ванная комната, ванна с джакузи и вторая ванная комната с душевой кабинкой, ванные халаты, тапочки, фен, набор для душа, парфюмерный набор по уходу за лицом и телом, весы, центральный кондиционер с индивидуальным пультом управления, телефон, два телевизора с плоским экраном, спутниковые каналы, российский канал, DSL, интернет-соединение, мини-бар, за доплату, сейф. Бесплатно, приборы для приготовления кофе и чая, круглосуточная служба обслуживания номеров, вечерний сервис, услуги батлера по запросу. По прибытию, вино, фрукты и букет цветов в номер. Раннее заселение в номера и поздний выезд из номеров. До 18 часов ровно, по запросу, при наличии номеров. Imperial Suite with Private Pool, 120 квадратных метров, расположены на первом этаже,
совмещенные второго типа номеров Deluxe Suite и Grand Pool Suite with Private Pool. Anatoly Suites. Club Suite with Shared Pool 45 квадратных метров. Расположены на первом или втором этажах, с общим бассейном, два бассейна с пресной водой на 10 сюит, и террасой, балкон с видом на сад и бассейн. Большая, совмещенная с гостиным уголком, спальня, большая ванная комната, ванна с джакузи, отдельным туалетом и биде, ванные халаты, тапочки, фен, набор для душа, весы, центральный кондиционер с индивидуальным пультом управления, телефон, телевизор с жидкокристаллическим экраном, спутниковые каналы, российский канал, DSL, интернет-соединение, мини-бар, за доплату, сейф, бесплатно, круглосуточная служба обслуживания номеров, вечерний сервис. Есть свиты с сообщающейся дверью. Executive Suite with Shared Pool, 90 квадратных метров. Расположена на первом этаже, с общим бассейном на 7 сюит и большой террасой с видом на Таранейский залив, садик. Большая, совмещенная с гостиным уголком, спальня, вторая спальня, гардеробная, большая ванная комната, ванна с джакузи, отдельным туалетом и биде, ванные халаты, тапочки, фен, набор для душа, весы, вторая ванная комната, душевая, хаммам, центральный кондиционер с индивидуальным пультом управления, телефон, телевизор с жидкокристаллическими экранами, спутниковые каналы, российский канал, DSL, интернет-соединение, мини-бар, за доплату, сейф, бесплатно, круглосуточная служба обслуживания номеров, вечерний сервис. Есть свиты с сообщающейся дверью. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бассейн, большой бассейн и два бассейна для проживающих в Anatoly Suites лежаки, зонты, пресная вода, вегетарианское питание, джакузи, интернет DSL в номерах, бесплатный Wi-Fi в лобби, конференц-зал, полностью оборудованный бизнес-центр, возможность использования конференц-залов отелей Atos Palace and Palini Beach, химчистка прачечная, сейф в номере, бесплатно, автостоянка, обслуживание номеров, услуга будильник, бар, пиано-бар, лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже, ресторан, центральный ресторан, греческая, средиземноморская и международная кухня, ресторан для гурманов а ла карт. Также бесплатно доступны настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, дартс, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется сауна, массаж, теннисный корт, бильярд, водные виды спорта. Для детей есть детская площадка, песчаный пляж при отеле. Зонтики бесплатно, лежаки бесплатно, пляжные полотенца бесплатно. Год постройки гостиницы – 1978. Год, когда был сделан последний ремонт – 2008 год. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.